Да, мам, я уже выхожу. Пугал. Извини, не хотел. Привет. Привет. Так ты что, теперь у Феди Кудаева работаешь, да? Ну да. Понятно. Не знал. А я к нему как раз по делам. Хорошо, я рада. Я поеду, Коль. Ну, подожди, ну куда ты, Ирюш? Ну, подожди, ну столько не виделись. Ну и как тебе здесь? Нормально. Не скучаешь? На административном поприще? Да нет. А по мне? А по тебе тем более. А я соскучился. Слушай, а может, мы сегодня пообедаем вместе, а? Я только к Феде заскочу и... Николай Васильевич, у меня при виде вас аппетит пропадает. Поеду я, ладно? Ой, мам! Здравствуйте, Николай Васильевич. Здравствуйте, Ольга Борисовна. Рад видеть вас в добром здравии. Я тоже. Да. Ну, вы извините, я тороплюсь, дела, мои почтения. Всего хорошего. Всего хорошего. Да, Ириш, ты не волнуйся, я за тебя похлопочу перед Федей. Только попробуй. Да шучу я, шучу. Принципиально это наше. Мам. А, да. Какой мужчина. Пристегнись. Послушай. Нет, это ты послушай. Мать плохому не научит. Сколько можно? Каждый раз одно и то же. Я тебе уже говорила 1000 раз, что меня с этим человеком больше ничего не связывает. Да, а ты мне объясни. Чтобы твоя глупая мать поняла, чем тебя Николаша не устраивает. Такой видный мужчина. Причине. Ты серьезно? Да. Он меня не устраивает своим семейным положением, мам. Ему жена развода не дает. Мегера. Его пожалеть нужно, Ира. Мамуля, ты в курсе, что он разводиться даже не собирался? Его вполне устраивает ситуация, когда у него есть и жена, и любовница. Все, закрой. Не может быть. Может. Слушай, но он мне лично клялся, что давно не живут, что Мегера... Мамочка, никакая она не Мегера, просто несчастная баба. Слушай, такое... Давай закроем эту тему раз и навсегда. Ноги гудят. Закуска по-польски. Интересно. Мам, они тебе не предложили готовое меню? А как же? Первым делом предложили. Ну нет, на свой день рождения я буду сама решать, чем угощать гостей. Итальянский теплый салат с рукколой, помидорами черри, курицы. Ну это что, он прямо так и сказал, что не собирался разводиться с женой, да? Мам, мне неприятен этот разговор. Я тебя прошу, угомонись. Есть хочешь? Нет, я на диете хочу впихнуться в свою любимую юбку. Кстати, а что ты наденешь? Чего-нибудь надену. Чего-нибудь не подойдет. Ты должна выглядеть как конфетка. Я Павла Павловича пригласила. Какого Павла Павловича? Нашего нового соседа по даче. В прошлом году купил соседский участок, теперь наш хочет прикупить. Расширяется. Нашел меня, представляешь, через управляющего. Приличные деньги предлагает. Слушай, а вот свекла с брынзой и орешками. Подожди, подожди, мам. Ты что, дачу хочешь продать? Ну, а что она стоит без дела? Я думала, хоть вы Шуриком туда ездить будете, а вы туда нос не кажете. А Павел Павлович хорошую цену предлагает. Ну, как так-то? Чуть тебе не жалко? Ну, однозначно, да, я не сказала, будем подумать. А ты, кстати, бери быка за рога. Мужчина холостой, хозяйственный, при деньгах. Что такое сокровище без супруги-то? Вот, ты узнай. Салат Цезарь. Ну, нет. Его, кроме меня, никто не умеет хорошо готовить. Привет! Привет, бабуль! Привет, Аболтус! Пожрать что-нибудь дадите? Поесть дам. Проходи. Михей, заходи. Здравствуйте. Садись. Здрасте. Что там у нас? О! Так, итальянский теплый салат с рукколой. А мясо у вас свежее? Можно, пожалуйста? Все, уклон. Я в ресторан вечером позвоню. Так, а это что такое? Вы что, в дом притащили? Это что?
Это газ. Гелий. Ну, шарики надувают. Какие шарики? Какие? Обычные, которые летают потом. Мы просто посчитали, что если самим продавать, это 100% прибыли. Ну и где вы продавать собрались? Как где? На улице, ну в торговых центрах можно. В зоопарке хорошо. Ну в каком зоопарке? Вообще в своем уме. Без разрешения на торговлю вас через 5 минут отовсюду выгонят. Слушайте, вы хоть этим управлять-то умеете? Да, конечно. Давай покажем. Давай. Немедленно несите это туда, откуда вы притащили. Кто вам вообще продал эту бандуру? Никуда я это не понесу, мне деньги нужны. Зачем тебе деньги? Я достаточно тебе на карманные расходы даю. Да, конечно, за каждую копейку жмешься. Что? Да я за эти копейки пашу, как волк. А у нас, между прочим, ипотека, ремонт, ты забыл? Ирина Владимировна, а что, если мы через знакомых в магазине договоримся? Значит так, чтобы я этого больше в доме не видела, ясно? Так, ладно, не надо ни с кем договариваться. Ира! Я приняла решение об оформлении зала. Подожди, бабуль, ты хочешь сделать заказ? Большой заказ? Хочу. Ну, а что платишь? Договоримся. Что тут у нас? Тихо ты. Все нормально? Хватит. Привет. Все, ты хороший. Привет, ты дорогой. С днем рождения. Вы могли бы принести еще блюдо с хором? Хорошо. Ой. Здрасте, здрасте. Здрасте. Давай, мамуль, проходите. Проходите. Непременно. А, ну, вот дети. Сейчас. Проходите, пожалуйста. Павел Павлович, Ольга ждем. Борис, поздравляю. Благодарю вас. Жизни, как говорится, здоровья. Проходите. А вот познакомьтесь, моя дочь Ирина. Здравствуйте. Павел. Павла, очень приятно. А, Ира, взаимно. Ну. А что же вы на дачу не заезжаете? А вы нас пригласите на шашлыки, мы и приедем. Непременно. Вот там все и обсудим. Да, договорились. Ну, проходите. Отличная идея. Ой, благодарю вас, благодарю. Так, ну, присаживайтесь прямо здесь. Спасибо. А может быть, что-то вам предложить? Не, давайте я за вами поухожу. Ромка, сукин сын, ну почему так поздно? Ослепила, ослепила. Ну, привет. Ну что, стрекоза, допрыгалась до критической точки? Так я бы попросила. А, извини, тебе всегда 16 забываю. Хватит болтать ерунду, где мои цветы и подарки? Какие подарки? Рома. А, да, сегодня же юбилей, 100 лет, я забыл, извини. Опа! Да, ну ладно, уж так. Какая прелесть! Рома! Я давно на него облизываю! Я знал, что тебе понравится, не знаю. Так, познакомься. Да. Валя, он же Валентин, родственник из деревни. Очень приятно. Да? Проходите, пожалуйста, Валентин. Нет, знаете, она пойду уже. Нет, 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 сегодня вы мой гость. Валя, Валя, не спорь с этой женщиной, потом котлетами заработать. Рома, Рома, иди сюда. Девочки, проходите. Просто королева, королева, Ира. Дорогая именинница. Так, так, я здесь. Бокалы все наполнены. Как говорится, трубы горят. Ирочка, прошу вас. Извините, как говорится, у вас здесь не стояло, я первый пришел. Я просто там стоял за углом, я готовился. Парни, как мокасины, левы, как здоровы, что-то завтра прошло. Спасибо, спасибо, родные. Наелись, напились, натанцевались. Наели, смотрите, все ничего не трогает. Все было замечательно. Посмотрите, вы же ничего не ели. Все официанты там пахнут. Всего хорошего. Да. До свидания. Счастливо. Ну, не натанцевать. Ты, ты посмотри, посмотри. Что, а это кто вообще, а? Это жених дяди Ром. Да, ой, мне нравится. Смотри. Я просто... Я... Отстаньте вы от меня с ним, а? Я вот сейчас на дверь. Дядя Ром. Это для меня припасли. Да ты что? Да. Оля, нет, не жаль? Милуш, не жаль? Ты, Милуш, скажи, что это у тебя за родственник такой? Это Валентин. Это муж моей племянницы. Вернее, бывший муж. Они утром женились, а вечером разменились. Он что, у тебя живет? Подрабатывает. А, я что, я рассказывал, что я соседей заговорил? По самым трубам. Главное, они на меня в суд хотят. За что? Ой,
убьют. Неприятно. Конечно, неприятно. Я звоню в деревню. Я говорю, вам работа нужна кому? Они там без работы сидят. Вот Валентин приехал. Кукастый, смекалистый. И все делает очень быстро. Вот, Ирон, нам надо было тоже из деревни кому-нибудь выписать. А тут не ремонт, а разорение какое-то. А что это он там нашим оболтусом втюхивает, а? Не знаю. Шурка аж рот раскрыл. Наверное, интересное что-то. О, боже мой. Хорошо, Донской. Вы простите, пожалуйста, но я уже собираюсь домой, и вам тоже домой пора. Домой? Да. Молчи, дядя Ром. Шикарный вариант. Мам, мам, давай дачу. Пропал поселок. Ты что, дачу собралась продавать? Ему, что ли? Так, все, прекратили. Пойдем-ка ты мне на кухне поможешь. А то тебе официанты очень долго пакуют. Ир. Рома! Эй, вы чего делаете? Собираемся. По договору с клиентом мы после себя должны все убрать. Да ты что? А можно с тобой заключить подобный договор, но только в рамках нашей квартиры, а? Слушай, мам, там надо обсудить условия, в конце концов. Вы и мама эти коммерсанты? Ну, только одного, вот этого. А они с вами тоже договор заключили? Не-не-не, я по собственной воле. Мам, а дядя Валя провел экспресс-тест на объем наших легких. Как? А это надо одним выдохом надуть шарик, и то, что получится, это объем твоих легких. Вот они. Да я так понимаю, этот вы надували. Так он же взрослый. Ну да. Ну так вы тоже не дети. Курит, наверное? Нет. Ведь нет. Нет. Ну, хилые они какие-то, мышцы нет, сутулые. Знаете, нам в школе физкультуры хватает. Что ты говоришь? Я ему, между прочим, покупала абонемент в фитнес-клуб. Только кто-то сходил один раз и забросил, да? Мам, слушай, это полнейшая ерунда, вообще ни о чем, ну. Ой, извините. Здравствуйте. Здрасте. 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 Извините, пожалуйста. Ничего страшного. Так откуда ты можешь знать, что это полная ерунда, если ты был там всего один раз? Ой. Так ладно, давайте скоренько собирайтесь и поехали. Еще раз простите и до свидания. До свидания. Что, к тебе поехать или ко мне? Что? Да вы что, Сема, зажми? Тебе, а? Да вы что? Тихо, что ты кочевляешь? Тебя мать родная не может пристроить! Води! Ой! Тихо! Господи, что вы делаете? Убираемся? Ну так же быстрее! Ужас какой! Ира, ну где ты ходишь? Так, это я нам с Ромой собрала, а это тебе. Мам, ты с ума сошла? Куда мне столько? Ну, Шурику, и потом мехи от вас не вылезают. Не-не-не. Слушай, они растут, им есть надо. Да я это даже не дотащу. А Валентин поможет. Валя! Я, честно говоря, хотела Валентина попросить Павла Павловича домой доставить. Все-таки сосед. А я его на такси посадила, все нормально. Он домой же едет. А, да? Ну, новый фронт работ. Да, конечно. Так, а подарок твой Рома ребята до такси донесут. Да... Слушайте, а все-таки красиво шариком получилось, да? Рома! Пока. Проходите. Спасибо вам большое. Мы, конечно, вас сегодня по полной припахали. Ничего страшного. Куда? А, на кухню. Ага. Так. Да, прямо сюда. Да? Да. Господи, какое количество еды. Мы за год это все не съедим. А пусть машина пригласит друзей, они за полчаса все сидят. Так у него из друзей это только этот Михи один и есть. Маловато как-то. Потому что они считают себя крутыми парнями, а своих одноклассников так мелочью пузатыми. Ну да. А печенье куда? Может, чайку? Давайте.
Мама давно на пенсии. Но у нее такой характер, она дома вообще сидеть не может. Так что работает страховым агентом. Ну да, это я уже понял. А вы? А я адвокат. Да? Неужели? Не похожи. А на кого я похожа? Ну, на учительницу, наверное. А скажите, а вы по уголовным делам? Нет, я теперь уголовные дела не беру, по административным. Ну ладно. Ну, а вы чем будете заниматься? Ну, когда ремонт у дяди Ром закончите? Ну, вы знаете, может быть, присоединюсь к какой-нибудь ремонтной бригаде. Ну, или пойду на стройку работать. Ну, да. Город большой, строек много. Ну, да. А вы, смотрю, тоже здесь ремонт недавно закончили. Да, я честно думала, не выживу. Это какой-то кошмар. А у вас у дяди Ромы много еще осталось? Нет. Вы знаете, нет. Основная работа была у соседей, там я уже закончил. А вот Роме я хочу, ну, кое-какую косметику сделать. А он, вы знаете, вот вообще ничего не дает делать. Говорит, мне и так нормально, ничего не трожь, нормально все. Мы с мамой несколько раз пытались заставить его сделать ремонт. Так уж что делать? Он хватается за сердце и ложится помирать. Потому что его никто не трогал с этим ремонтом. Да. Ну, со мной такой театр не пройдет. Ира, может быть, вы мне поможете? Да без проблем, а что нужно? Вы понимаете, соседи, они покупали отделочный материал и сами, а я, ну, короче, из меня дизайнер интерьеров никакой, и поэтому, если вы мне поможете для дяди Ромы купить обои... С удовольствием. Вот. Нет, правда, мне это в радость. Я и здесь все выбирала сама без дизайнера. Ну, вот и прекрасно. Спасибо за чай. Вам спасибо, ну, вообще, за все. Да, не за что. Ну, я тогда пойду. Да. До свидания. Ой, тихо. Да извините, не... Вот только посуду мы сегодня не били. Не страшно. Что же вы не говорите на счастье? А я жду, когда вы скажете. Так, нам нужен пылесос. Мелкий, да. Вы что здесь делаете? Александр, принеси, пожалуйста, пылесос. Хорошо. На счастье. На счастье. Я помню этот альбом. Рома, ну и толстый же ты был. Это фотография такая, я не толстый, я нормальный, сдержанный был, толстый. О, а это выпускной, это мы с тобой на выпускном, да. А это что? Откуда у тебя эта фотография, Володя? Я ее не видела. Ну, когда он из больницы выписался, мы с ним встретились, я сфотографировал. Надо же. Получается, его последняя фотография, да? А почему ты мне ее не показывал? Сначала было не до этого. Потом я думал, что я потерял ее. Ну ладно. Ты дашь мне ее переснять, да? Оль, ну, конечно, да. Слушай, давай пока не поздно, все, поставим на место, и пусть Валя обои не клеит за шкаф. Им и так нормально. Че, зачем? Нет, уж знаешь что, пускай твой Валентин все делает, все как у людей. Ой, ну за что мне, Свет? Ну за что мне Господь дал этот потоп? Эта вселенная подает тебе знаки. Да? Какие да? знаки? А что, нельзя жить вот в этом хлеву, Рома? Слушай, я и так страдаю, перестань, а? Вообще, если бы не Валя, я не знаю, как все вот это пережил бы. Валя, Валя. Прям идол какой-то этот ваш Валя. Чем он тебе не нравится? Хороший мужик, рукастый, все умеет. Соседи вон будут рекомендовать его. Все умеет. А без Ирки он обоев выбрать не может. Почему не может? Он все может. Может, она ему нравится. Ты думаешь?
А что такое? Чем-то он хуже нашего этого танцор-диска. Ну хорошо, ладно. А вот чего такого хорошего жена из дома выгнала? Чего племянница-то говорит? Племянница ничего не говорит, я с ней не встречался. Ну, кум говорил, да, пил немного. Вот. Да? Ну, было дело, сейчас не пьет, сейчас кремень. Я тебе гарантирую, да. О, пришли. Дядя Ром, ой. Так, это в твою комнату, дядя Ром. Это в ванную, но это в гостиную. Как тебе? Ну, что ты молчишь? Нравится тебе? Нравится. Мам. Не светловато, нет? Да нет, ну посмотрите, Валя, приложите, пожалуйста. Да. Что тут такие загадочные? Ну, как тебе, Ром? Нравится, нравится. Так, давайте все со стола убирать и чай будем пить. Иди. Стоишь, как царица полей. Нет, я вам так скажу. Вот для мужчины поход по магазину – это смерть. Медленно и мучительно. А женщина? А женщина как-то энергии набирается, становится еще краше. Парадокс. Я не знаю, мне кажется, Валя очень достойно с этим справился. Ну, вы как-то все по делу, быстро управились. Я хотела, конечно, еще шторы прикупить. Я просто чисто по-человечески вас пожалела, решила в другой раз. Ну, вот за это вам отдельное спасибо. Ладно, пойду поработаю. Спасибо за чай. Ира, вы знаете, вы у себя дома повесите в проеме турник. Можно в любом спортивном магазине, в интернет-магазине купить уже готовый. Пусть, ну, Саша там подтягивается или просто висит. Хорошо, спасибо. Угу. Ну, прям все знает, да? Мам. Ну, он действительно обратил внимание, что у нас Шурик совершенно не спортивный, что у него вот такая вот спина, проблемы с осанкой. Ну, я говорю, профессор с фермы. Оля, вот я смотрю на вас и удивляюсь. Какой вы, однако, вот неугомонный человек. Вам человек советы дает, дельный, а вы? А что я? Ничего, пацана испортит своим бабьим воспитанием. Чего-чего. Ой, тоже мне. Не сторона, а прям том советов. Он у вас вообще на глисту похож. В профиль. Дядя Ром. Ну, правда, чуть-чуть. Вот чтоб ты знал, а я собиралась в выходные с ним заняться скандинавской ходьбой. Вот ты сначала спроси, а потом говори. Что? Скандинав. А там этот танцор-диск. Очень смешно. Ой, клоун. Между прочим, это суперспорт. Мне доктор для спины посоветовал. Мам, да не будет Шурик этим заниматься, ты с ума сошла. Еще как будет, вот увидишь. Там этот. Девчонки, где лыжи-то потеряли? Уже третий спрашивает. Не обращай внимания на дураков. Ты чувствуешь, как спина выпрямляется? Чувствуешь? Честно, не очень. Что идешь неправильно? Лучше бы нормально по-человечески погуляли бы. Может, и Шурик с нами пошел. Ремень плачет по твоему Шурику. Валь правильно говорит. Надо в какую-то секцию отдавать. Футбол, борьба, ну хоть что-нибудь. Ну, когда я с ним разговариваю? На строительном рынке. Думал, что вы созвонитесь. Да не дай бог встречаетесь. Не дай бог. Не, я хочу ему позвонить, но как-то вроде без повода неудобно. Господи. Лучший адвокат города. Ищет повод позвонить деревенскому мужику. Мам. Я понимаю, если бы он появился перед нашим ремонтом. А так-то какой резон ему звонить? Очень симпатичный. Спину держи. Кто? Вот этот? Морда наглая. И вообще. Ну что вообще? Алкоголик в завязке. Кто? Ира, не похож он на запойного. А я тебе говорю, жена из дома за пьянки выгнала. Не, молчаливый, да, скрытный, это есть. Но он не алкоголик, мам. Зашился, вот и молчаливый. Так. Отлично. Выходили, вроде целое было. Ему помогли. Как? Мама, обычно это делают саморезом. Не, ну кому это нужно? Я не понимаю. Парковаться здесь можно, никого вроде не запирала. Камера на подъезде есть. Нет, ты никогда не выйдешь замуж. В смысле?
Вселенная, подаю тебе знак. Какой на этот раз? 10 минут назад ты говоришь, что не можешь найти повод позвонить мужику. Вселенная, вот он знак перед твоим носом, а ты же в упор не видишь. Ой, ты... Прости меня, душу грешную. Родную дочь учу, как охмурить фермера. Хотя, конечно, мужик, у которого руки с правильного места растут, на дороге не валяются. Ладно, я домой. Аривидерчи. Привет Валентину. Да мы с Ольгой с детства знакомы. Жили в одном дворе, учились вместе. А с Володей, с мужем, она уж потом в институте познакомилась. Он был преподаватель. Преподаватель? Угу. И чё? Ну как чё? Скандал. Он женатый. Ребенок у него партийный. Она студентка. Ну потом, правда, все успокоилось. А 5 лет назад Володя умер. Рак. За полгода сгорел. Ольга чуть руки на себя не наложила. Телефон. Алло. Да, я. Ну, вот и все. Спасибо большое. Я понимаю, что банально прозвучит, но действительно, я не знаю, что бы я без вас делала. Сын бы помог. Да вы что, он не умеет. Ну вот, научился бы. Сколько вам подтягивается? Вы турник-то повесили? Ну, вообще-то нет. Давай попробуй. Чем вы занимаетесь на физкультуре-то? Чем? Всем. Угу. Ну, у нас просто физруки постоянно меняются. Понятненько, понятненько. Слушай, тебе, конечно, подкачаться надо, мышцы поднарастить, заняться физкультурой, спортом, а не сидеть перед компьютером и играть в игры. Знаешь, как это потом в будущем аукнется? Так я ему 1000 раз уже это говорила. Покупала ему абонемент в фитнес-клуб, только он ходить не стал. Я думаю, что индивидуального какого-то тренера нанять. Ну вот, да, пускай занимается, конечно. Слушайте, не буду я под музыку эти танцульки там устраивать. Это на групповых занятиях под музыку танцульки. А я тебе про индивидуального тренера говорю, который будет как цербер над тобой стоять и заставлять тебя заниматься. Мама, бред это все и понты. А со мной будешь заниматься? А чем? Ну как чем? Бегом. Я по утрам в парке бегаю. Ну, так-то можно попробовать. Не можно попробовать, а или бегаем, или нет. А утром это во сколько? Ну, до школы. Что, мне теперь еще раньше вставать надо? А ты как думал? Это не обсуждается. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. А вот и мы. Да, привет. Давай. Скажи, ты вообще раньше бегал? Ну, на физкультуре вокруг школы. А на длинную дистанцию? Нет. Понятно. Смотри, значит, бежим тихо, трусцой, вдыхаем через нос, вдыхаем через рот. Если становится тяжело, не останавливаешься, продолжаешь идти. Понятно? Понятно. Спасибо вам. Там пока не за что. Вы на работу? Может, с нами? А, нет, я лучше на работу. Ну, не подведи. Да ладно. За пацана не волнуйся. Хорошо. Пойдем. До свидания. Пока. Алло. Да, мам. На работу. А что, без меня вообще никак не обойтись? Я понимаю, что я адвокат, но... Хорошо. Ладно. Пока. Здравствуйте. Проходите, здравствуйте, пожалуйста. Ага. Садитесь. Спасибо. Ну что, какие у вас вопросы? А,
Павел Павлович хочет уточнить кое-какие моменты по договору. Так это обычный договор купли-продажи. А сколько это займет времени? Ну, я имею в виду оформление. Туда-сюда. Понимаете, погода стоит такая хорошая. Я хотел поставить баню. Баню? Ну да. Если вы решили продать, то может сразу и поставить до оформления. А если не секрет, вы где хотите ее поставить? Там около домика есть клумбочка маленькая. Прямо на ней поставлю. А. Ну да. Оно ведь это же самое солнечное место. Ну да. Мама, если Павел Павлович купит наш участок, он имеет право ставить баню там, где ему удобно. Ирина, скажите мне вот что. Ну а если я, к примеру, сразу внесу залог, я могу ставить баню? Ну смотрите, вы можете внести залог, мы дадим вам расписку, но если вдруг мы передумаем, мы просто вернем вам залог и все. Вот как? Да, поэтому я как юрист советую вам с баней не торопиться. Я понимаю, понимаю. У вас еще какие-то вопросы? Просто у меня рабочий день идет, вы простите. Да, конечно. Спасибо. Ирин, простите меня. Ничего страшного. До свидания. Павел Павлович, всего доброго. Не провожаю. Извините, простите. Счастливо. Зачем ты его притащила-то сюда? Он сам напросился. Хочет, вероятно, реабилитировать себя в твоих глазах. Ну, будем считать, что ему это удалось. Ну да. Ну что, прям продаешь? Ну, я не знаю. Вчера прямо решилась. А сегодня с этой баней на клумбе на этой... Ее же папа копал, а я... Мне кажется, ты очень торопишься. Пожалеешь потом. Нет. Нет-нет. Все равно на дачу никто не ездит. А ты с ипотекой мучаешься. О, боже мой, жизнь моментально проходит. Хотя бы часть долго погасишь. Не-не-не, это твои деньги. Ты что? Нет, мне ничего не нужно. Это вам с Шуриком от папы. Мам, подумай хорошенько. Все, ладно. Так, ну а как наш фермер объявился? Наш фермер объявился. У-ху. Поменял мне колесо в машине и повесил турник. Ого. Да, взял шефство над Шуриком, и теперь они по утрам будут бегать в парке. Ага. Ну, точно зашитый. Ну почему, мам? Ну, потому что зашитый. Место себе не находит, ищет себя. Найти не может. Ерунду не говори. Ну что, молодец. За 2 недели-то. Молодец. Правда? Ага. Мама говорит, что вы меня просто на слабо взяли. Ну, да, мама, наверное, знает о тебе что-то такое. Поэтому так и говорит. А ты как думаешь? Не знаю, мне нравится бегать, это хорошо. Ну да, это хорошо. Ну что, давай, может, еще кружочек? Выходной же? Можно. Давай? Давай. Побежали. Я сейчас. Выходите. Мам, я ключи забыл. Лови. Слушайте, вам идет. Шурик, пригодился все-таки подарок бабушке из Индии. О, боже мой. Она после этой Индии нас целый год своими благовониями мучила и заставляла какой-то ерундой голову мыть. Ну все, садитесь завтракать. А костюм сушку я кинула, думаю, через час уже будет сухой. Вы уж извините, что мы вас в выходной поняли. Вы, наверное, выспаться хотели. Да ну что, наоборот, хорошо. Я задремала, так могла бы полдня проспать. А потом ночью сериалы бы смотрела. Так. Спасибо. Спасибо вам за вкусный завтрак. И вот. Да не за что. Пока, дядь Вань. Да, пока, давай. Ну, а как он вообще? Да вроде ничего, втянулся. Нормально. Удивительно, я вам так благодарна. А вы не хотите с нами? Там такой замечательный парк, а вы в этот клуб.
ходите? Я с вами бегать нет, не готова. Ну, жаль, Зань. Так можно же прогуляться как-нибудь. Ну, просто. Да? Давайте. Ну, хорошо. До свидания. Да. Счастливо. Тише, тише! А ну, отойди! Все, сюда спокойно, иди! Спокойно, все, все. Ты что, мужик, это жена моя? Ну, тем более, руки, руки убери. Не, не на руки. Ты что, оборзел, слышишь? Вали, козлина. Давай, 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 домой, домой, домой. Чё, не плачь, а? Васька! Тебе больно! Отстань от меня! Стоп, стоп! Все, хорошо, давай. Пошли, пошли домой. А? Дура! Да, комедия. Да нет, скорее драма. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. Не зря я вас учительницу увидел. А вы видите, адвокат. Вот скажите мне, как адвокат, вот если бы я этого мужика покалечил бы, защищая эту девушку, ну, и он упал неудачно, вот что бы у него было? Ой, ну это от большого количества тонкостей зависит. Какое заявление потерпевший напишет, какой характер побоев, что скажут свидетели. Ну, я думаю, условный срок. Все-таки срок. Ну да, но это если бы покалечили. Угу. Да. Ну-ка иди сюда! А! Стой! Весело народ живет, да? Просто кино. А пойдемте в кино. Да с удовольствием. Да, хорошее кино. Даже неожиданно. Мне тоже понравился фильм. Спасибо. Да за что? Ну, за все. За прогулку, за кино, за прекрасный вечер. Я тоже думал, что все так не повторится. Что? Ну, как что? Ну, кино, люди выходят из кинотеатра, теплый вечер и красивая женщина. Что не так? Ну, наверное, я не должен был. Мне все нравится. Привет. Привет. Ну, ты совсем расклеилась. Температурка даже есть. Я лекарство выпила уже сейчас. Легчает. Ну, не смотри на меня, пожалуйста. Чё, ты у меня самая красивая. Все руки обнимающие. Так, вот тебе апельсинка. Так, 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 так. Ух ты. Так, ну и кто это у нас здесь больной? Здрасте. Здрасте, Ольга Борисовна. Привет, мам. Я вот в магазин заскочила. Вот. Ну, а зачем ты всего накупила? Я же сказала, что все есть. А Варя, оказывается, роскошно готовит. Да? Ты голодная? Нет, 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 нет. А как ты? Я гораздо лучше, я же лекарства приняла. Ну, я тогда пойду на работу. Угу. Давай, поздоровайся. Да-да. Спасибо вам большое, что заскочили, помогли. Ты набери мне, как закончишь, хорошо? Да, обязательно. До свидания. Может, я? Ой. Не-не-не, я сам. Так, ну что, чайку? Ага. Ну, куда это он так спешит? На работу, что ли, устроился? Угу. На стройку? Ну, что на стройку? Таксистом. Таксистом? Тебя это шокирует? Нет. Хотя, вообще-то...
Диапазон от прокурора до таксиста впечатляет. Ой, что-то я припоминаю, кто-то говорил, что главное, чтобы человек был хороший. Не ты. А он хороший? Очень. Понятно. Ну-ну. Ну, он, правда, замечательный. Такой замкнутый, правда, но ужасно скромный. Ну, потому что чувствуешь, что недостоин. Я тебя обожаю, мам. Ладно. Вот. Господи, что это? Задаток от Павла Павловича. Если хочешь сказать, что ты с этими деньжищами через весь город ко мне тащилась? И в троллейбусе ехала. А что? С ума сошла? Это опасно. Я умоляю. Ты меня просила избавить тебя от общения с Павлом Павловичем? Я избавила. Просила заключить сделку? Заключила. Вот деньги тебе. Все. Делай с ними что хочешь. Хочешь, в банк неси. Хочешь, что хочешь. Значит, все-таки продаем. Понимаешь, у него баня в мозгу какая-то назрела. Прям кушать не может. Сказала, либо сейчас, либо никогда. Чего так жалко, мам? Жалко у пчелки. Ну, хотя бы вы с Шуриком ездили бы туда. А так что она зря пропадает? Все. Вот еще. Ты когда окончательно выздоровеешь, возьми Шурика, ну, или своего супермена, и съезди на дачу. У меня тут список папиных вещей надо забрать. Ну, вообще, посмотри, что захочешь, ладно? Mm. Есть фирмы, которые упаковывают, перевозят. Поняла? А мебель? Ой, мебель. Я не знаю, продавать, отдавать. В общем, делай, что хочешь. Я туда не поеду. А в каком таксопарке он работает? Я не знаю. Я бы застраховала таксопарк. Какой же здесь воздух? Чем мы в городе вообще дышим? Тут, кстати, в колодце очень вкусная вода. А сколько, ты говоришь, вы здесь не были? Да лет 5 уже. Ну, не похоже, что участок-то заброшен. Вон, стекла все на месте. Так мама наняла человека, он за домом ухаживает. И сторож есть в поселке, так что жизнь налажена. А. Так. О. Проходи. Хорошо. Здесь хорошо. Угу. Мама тоже всегда говорила, здесь усталость как рукой. Они с отцом эту дачу обожали. Они каждые выходные сюда ездили. Все мечтали, что когда на пенсию выйдут, окончательно переберутся. Ну, видишь, папа не стало, и все как-то. Ну, твоя же мама одна в городе живет. А здесь хорошо, здесь воздух, и ты можешь с ребенком сюда приезжать. Не-не-не, я это дело не люблю. В пробках стоять целую неделю работаешь, а потом еще суета вместо выходных. Шурику скучно здесь, не? А мама... Я боюсь, что она вообще больше сюда никогда не приедет. Для нас папина смерть такой неожиданностью была. Он же вообще никогда ничем не болел. А потом вдруг вот сразу такой страшный диагноз. Он сгорел буквально за полгода. Она просто не успела, видимо, осознать это все. И у нее такая защитная реакция. Она, ну, придумала себе, что он не умер, а просто уехал жить на дачу. Поэтому она, конечно, сюда вряд ли. Они очень любили друг друга. Это не потому, что мои родители, я так говорю. У них действительно какая-то... уникальная была связь, понимаешь? Слушай, а я очень хорошо помню, как он мне предложение делал. А, мне тогда 5 уже было. Но он же женатый был человек, представляешь? В советское время он педагог, она студентка. Естественно, это был какой-то невероятный скандал. Жена развода не давала, а мама... Ну, она умничка всегда была. Она... никогда не давила на него и всегда говорила, что да какая мне разница, зачем мне этот штамп в паспорте? Главное, чтобы ты был рядом. Вот. Так в итоге прошло несколько лет, вот они так и жили, я уже родилась. И вдруг, видимо, эта женщина, жена его, встретила человека какого-то и сама потребовала развода. А отец матери ничего не сказал. А меня 5-летнюю взял в сообщники. Так вот представь себе, он меня подговорил, чтобы я спрятала колечко, ну вот, вот в эту хлебницу. А сам спрятался там, на улице.
Но как только она на него наткнулась, я ему условный сигнал подала. И тогда он включил ее любимую песню и сделал предложение. Представляешь? А для нее это такой сюрприз был. Они такие трогательные были, такие счастливые. Ты знаешь, я почему-то была уверена абсолютно, что у меня тоже так будет. Ну, я в другой жизни не видела. Мне казалось, что у всех так. Вот. Мама все смеется надо мной, говорит, господи, ты своей наивностью просто провоцируешь людей на обман, понимаешь? Ладно, поехали. Привет! А что, Шурика дома нет? Нет, Ирина Владимировна. Ты чего? Понимаете, Ирина Владимировна, у меня просто вашего номера телефона нет, а тут такое дело. Что-то случилось? Ну, в общем, да. С Шуриком что-то? Ну да, его это, в общем, похитили. Ты что несешь? Что значит похитили? Кто? Вы успокойтесь. Там ребята одни, большие. Ну, взрослые почти, которые баллон с гелием нам продали. В общем, они требуют вернуть им деньги. Я ничего не понимаю, какие деньги? Бабушка же с вами расплатилась за день рождения. Так это, мы опять в кое-что вложились, а они Шурика увезли и сказали, что если я не привезу им деньги, они его не выпустят. Что значит не выпустят? Я ничего не понимаю. Так надо в полицию звонить. Подожди. Ты знаешь, куда его отвезли? Ну да, там гаражи есть, они все время там собираются. Адрес знаешь, покажешь? Да. Давай машину. Поехали. Ир, погоди. Мы поедем, ты иди домой, мы скоро вернемся. Ты с ума сошел? Я никуда не пойду, я поеду с вами. Ир, слушай, будь дома, будь на телефоне. Они могут позвонить. Но это нужно ради Шурика. Поняла? Давай. Не волнуйся. Алло, да, мам, приехали. Нет, я не могу сейчас разговаривать. Тут с Шуриком такое. Я перезвоню, мне Валя звонит. Да, сейчас. Алло? Да, Ир, мы приехали. Это на Рябиновые гаражи. Угу. Да не волнуйся, ничто никому не угрожает. Просто молодые люди заигрались, вот и все. Ир. Хорошо, если только для твоего успокоения. Если через полчаса я не перезвоню, вызывай полицию на этот адрес. Да. Все, давай, пока. Пошли, коммерция. Дверьми не хлопай. Ну что? На. Ну, а я тогда вот так и вот так. Ну, а что, все? Что это такое? Продул. Сдавай. В карты играть научись. Ай, давай, пошли. Ребят, это я, Михей. Я вам деньги принес. Ну, что тормозишь, давай. Здорово, пацаны! Здорово! А ты кто такой это вообще, а? Слушай. Хорошо. Thank you.
Слышь ты, коммерсант, вот скажи, зачем тебе деньги нужны, а? Чтобы мать лечить после нервного срыва? Или ей на парикмахерскую давать, когда она посидеет после твоих выходок? Матери звони. На. Господи, ну когда уже эти выходки кончатся? Скажи мне, пожалуйста, ну когда? Ну, мам. Да у меня сил уже нет, понимаешь? Я от этого устала. Мам, ну я сказал, что так больше не буду. Ну, мам, ну что ты хочешь от меня? Ну оставь меня, пожалуйста. Ты вроде не дурак, да? Ну парень с мозгами, ну что ж творишь-то все время? Мам, ну не все время, я ну... Ну молчи уже, слушать противно. Мам, оставь меня в покое. Мам, я сказал, что больше так не буду. Вот совсем недавно, вот на этом самом месте, ты говорил мне то же самое, когда вы устроили этот сбор пожертвований на прививки от бешенства для белок. Вот на этот бред, на бог знает что. Мам, это была шутка. Ну, не смешная, понимаешь? Мне вообще не весело было, когда я у директора в кабинете стояла. Ира, ну что ты сорвалась? Ребенок только что такое пережил. Мам, ну что он пережил? Ну что ты все причитаешь? Они деньги людям не вернули, понимаешь? Ты же им заплатила? Куда вы деньги дели? Мам, ну там был удобный бизнес. Я решила вложить... Ира! Молчи! Ты с ума сошла? Он же ребенок! Мам, очнись, пожалуйста. Где ты ребенка видишь? А кто он? На нем пахать можно. Ого, все, Шурик, идем домой. Пойдем ко мне, у меня переночуешь. Пускай мать успокоится. Давай, поощай его выходки, молодец! Между прочим, это ты его разбаловала. Я разбаловала? Слушай, да он уже просто научился между нами с тобой лавировать. Я ему суп наливаю, чтобы человек нормально пообедал, а ты ему из-под тишка конфеты подсовываешь. Это ты, мама, его разбаловала! Спокойной ночи. Ой, бог ты мой. Уходишь? Угу. Почему? Ну, потому что не могу остаться. У тебя что, обязательства перед другой женщиной? Это не то, о чем ты думаешь. Тебе просто нужно время, чтобы уладить с ней отношения, да? Послушай, мы уже говорили на эту тему. Ты обещала дать мне время. В моей жизни уже был один человек, который просил дать ему время. И что? Я ждала 2 года и ничего, кроме унижения, не дождалась. Я не прошу тебя ждать 2 года. А сколько ждать? А, 17 дней. Сколько? 17 дней. Вот так вот. Вот 17 дней, да. Что ж такое будет через 17 дней? А я приду к тебе, мы поговорим, и ты решишь, нужен я тебе такой или нет. Время пошло. 17 дней. Привет. Давай. Ой, спасибо. О. А я все помню. Что? Ну, осталось 3 дня. А, я тоже помню. Я умираю от любопытства. Не надо, не надо. Так, ну, а ты помнишь про сегодняшний вечер? Ну, обижаешь, ну, конечно, помню. Мам, давайте быстрее, я сейчас на урок опоздаю. Ах, извините, пожалуйста, Александр Петрович, что мы вас задерживаем. Ну, ладно, все, до вечера. Да, 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 ну, у меня сейчас по ускоренной программе побежи. Давай, все, пока. Побежали. Лишнее. Я тебя слушаю.
Представляешь, Ирина Владимировна, приснилась ты мне нынче. Николай Васильевич, я к вашим снам никакого отношения не имею. Так тоже не имеешь. Ну и... Ну, хватит, ну сколько можно дуться? Ну мы же взрослые люди. Дуться? Это вы погорячились, Николай Васильевич. Я вас видеть не хочу. Ирочка, я соскучился. Ну никак не могу без тебя. Серьезно? Может, ты с женой развелся уже? Правда? Можно позвонить ей, поздравить? Ир, ну ты что? Уходи. Уходи, пожалуйста. Ну так зачем? Уходи, пожалуйста, я тебя прошу. Я видеть тебя не хочу. Не помешал? Помешали. Ирина Владимировна занята. Будьте добры подождать за дверью. Валь, проходи, пожалуйста. Вы ведь уже уходите, Николай Васильевич, правда? Вам пора. Вам было велено подождать. Вы, наверное, не очень поняли. Ирина Владимировна пригласила меня войти, а вас выйти. А ты вообще в курсе, с кем ты разговариваешь? Ну, догадываюсь. Коль, уходи, пожалуйста, я тебя прошу. Да? Да. Ну-ну. Привет. Привет, привет, привет. Ты случайно не этого товарища ты ждала 2 года? Этого. Он тебя обидел? Что? Да вообще все в прошлом, забудь. А вот это хорошо, потому что в твоем настоящем хочу быть только я. Здрасте, приехали. У меня вообще-то имеется непутевый сын еще. Ты забыл? Ну, мы с ним как-то знакомы. Хороший мальчик, только он испорчен вашим женским воспитанием. Ну, как ты хочешь. Ты же всех моих потенциальных женихов распугал. Пал Палыча. Я извиняюсь, телефончик забыл. Товарищ прокурора. Я бы этого прокурора... А ты чего пришел? Ты что-то случилось? Слушай, да и нет. Видишь, у нас в кино не получится пойти. Я забежал просто предупредить. Это как-то связано с тем, что ты мне на днях расскажешь? Да. Ну, ладно. Хорошо. Ну, все, я побежал тогда. Пока. Пока. Давай, пока. Садитесь за стол, у меня все готово. Хватит безобразничать. Из-за чего драка-то? Это не драка, а борьба. Да, приемы учим. Какие приемы? Ну, там техника ножного, ручного боя. Освобождение от захватов и обхватов. Где это вы такого нахватались? Так Валя показала. Еще мы в интернете посмотрели болевые и удушающие приемы, а также элементы бросковой борьбы. У вас что, драться учат? Вы же вроде бегаете. Да, мы бегаем, да. Я тоже хочу. Дядя Валя крутой. Согласен. Тоже мне крутой. Интернета насмотрелись? Да нет, он в реале боец. Он тех, которые в гараже Шурика прятали, он их всех раскидал. Это кого это он раскидал? Ну вот смотрите, тот, кто был на стрёме, он его раз и повалил. А трое на него с ножами. Он одного влево, другого вправо, третьего в кучу. О! Здравствуйте, тетя Ира. Что за представление? Бабушку развлекаете? Ага. А ты чего не в кино? А у Вали дела. Так что происходит? Да вот, рассказывают, как на них 3 человека с ножами кинулись. Это правда? Да нет, я тебя умоляю. Михей, как всегда, придумал себе всякие истории, рассказывает. Я не слушаю. Ну да, там один чувак с ножом был. Господи, мам! Вот-вот. Это прекращать надо. Что прекращать? Он детей драться учит. К бандитизму детей приучает, Ира! Что? Вот что я тебе скажу. Ты как только на свои административные дела ушла, видимо, по уголовникам соскучилась. Это кто уголовник? Валя? Он детей учит драться.
И вообще, у нормального, интеллигентного мужчины вот разве может быть такая мускулатура? Мам, боже мой! Так, все, я это так не оставлю. Детей покормила, накладывай себе. Спасибо. Это правда? Ну да, мам, правда. Ну, он просто просил тебе не говорить. Почему? Чтоб ты не волновалась, мам, как ты не понимаешь? Чтоб ты не думала, что мне кто-то угрожает, мам. Для того, чтобы ты тут крики, скандалы, как бабушка, не устраивала. Нет, я сама с ним поговорю. Он что, тебя драться учит? Да, боже мой, пару приемов детских показал и все. Остальное мы вон с Михей в интернете посмотрели. Нет, я просил, конечно, его, чтобы он нормально такие мужские приемы действующие показал, чтобы от идиотов на улице защищаться. А он мне знаешь, что ответил? Что? Первое правило уличного боя – вовремя сделать ноги. А вот это правильно. Ну, один прием он нам все равно показал. Вставай давай. Да, смотри. Да тихо вы! Ой! Круто, да? Привет. Да, гостей принимаешь? Да, я тут недалеко. Думаю, зайду к старому другу, поболтаем о том о сём. Подожди, когда? Да ты что? Да, сейчас. Ром! О. Привет! Привет! Ну, как дела? Да нормально. С утра у меня давление скакнуло, я коринфарчик. Валя увидел, скорую вызовут результат. Ну, а врачи что говорят? Ну, что они говорят? Им все не нравится. Кардиограмма не нравится, анализы не нравятся. Я завтра сбегу отсюда. Я тебе сбегу. Ладно, с врачами я завтра поговорю, а то они уже разошлись все. Что тебе принести? Да не... Ну, белье сменное есть. Да я Валентину позвоню, он мне все принесет. Я что, тебе передачку передать могу? Что я тебя грузить-то буду? А Валя? Валя, Валя. Прям с ума посходили с этим Валей. Че ревнуешь? Я? Да он Шурика черти знает чему учит. Ну, чему он его учит? Они спортом занимаются. Драться его учит, вот что. Правильно, мужик должен уметь драться. И этот туда же. Мужиков развелось. Да бандит он твой, Валька. Я не удивлюсь, если у нее там оружие какой-нибудь, пистолет. Дом прячет. Оля, ты что, совсем, что ли? Это вы совсем. Знаешь, что я тебе скажу, подруга дней моих суровых? Ты давай определись, что ты хочешь. Хочешь, чтобы Ирина мужика себе нашла, или продолжай ей вставлять палки в колеса? Это я вставляю палки в колеса. Ты вставляешь, ты. Чем же тебе Валентин-то не нравится, а? Не мужик, а клад. Да, 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 да. Не пьющий, потому что в глубокой завязке. Детей нет, работящий и красавец. Кто красавец? С этой наглой мордой? А ты знаешь, как на такую наглую морду бабы ведутся? К нам соседка каждый день приходит, наряды меняет. То у нее то сломалось, то надо отремонтировать. Какая соседка? Да ладно, ты что там, малолетка какая-то. Смешно даже говорить. Сколько нам открытий чудных. Ладно, давай ключи, я сама все найду и принесу. А то некогда твоему Вальке, занят он. Да малолетка, ну. Привет. Извините. Купила. Ну, молодец. Слушай, а хозяина точно дома нет? Да в больнице он. Ну, покажи туфельки. Нормально? Что, да. Заходи, давай. Класс.
Да, мам. Как в больнице? Нет, не говорил. Да сегодня Николай приходил, не до этого было. Нет, мамочка, никто никого не побил. Нет. Вообще, я тебя очень прошу, ты в следующий раз, когда захочешь мне что-то про Валю сказать, ты подумай о том, что я этого человека люблю. Да, люблю. Слушай, ты самый близкий мне человек. Почему ты все время хочешь сделать мне больно, а? И ты меня прости. Хорошо. Все, целую тебя. Да, пока. Алло. Привет. Нет, ничего не случилось. Просто хотела тебя услышать. Целую тебя. Пока. Так, а где он? Слушай, может, проспал? Позвони. Сейчас. Так. Алло, Валь, а ты где? Ир, слушай, у меня маленькая ЧП произошла. Да, Шурику скажи, чтобы он без меня бежал минимум 2 круга. И вообще ему надо уже учиться одному бегать. Не, ничего страшного, просто убедиться надо. Недалеко, нет. А, слушай, я помню. Я зайду, не волнуйся. 7 часов. Я зайду в 7 часов. Все, Ир, давай. Пока. Мам, я пошел. Давай, беги. Пока. Слушай, а во сколько мне домой возвращаться? Спасибо. Я думаю, не раньше 11. Ну что, тебе предложение собирается делать? А я откуда знаю? Давай не умничай, иди. Мам, он очень хороший, он мне очень нравится. Ты мне тоже очень хороший. Бабушка ждет. Да, бегом. Хотела Шурика укладывать, а он домой. Понятно. Мам, вы что, поссорились? Нет. А чем тогда ушел? Он не приходил. Как не приходил? А ты ему звонила? Телефон недоступен. Слушай, может, случилось что? Я не знаю. Так, Шурик, уже поздно. Давай в душ. Послушай, не начинай. Знаешь что? Ладно, я домой. Ну куда ты пойдешь на ночь глядя? Оставайся у нас. Ценности проверяла? Какие ценности? Ну, деньги там, украшения всякие. Проверяла? Ты о чем вообще? Ну, как о чем? Не весь кого в дом пустили.
Слышь, есть кого? Валя, родственник дяди Ромы. Та еще седьмая вода на киселе. Так, разрешишь? Господи, делай ты что хочешь, но это смешно, даже ей-богу. Смешно. Мам, ну так нельзя. Ты меня слышишь? Ну прекрати, ну нельзя так. Почему это нельзя-то, Ира? Ну потому что Валя не человек с улицы. А куда он тогда делся? Ты, кстати, залог за дачу в банк отнесла, да? Да нет, конечно, забыла. Ира, где он? Не волнуйся, здесь в ящике. Верхний. Нет. Мам, смотри внимательнее. Чего ты психуешь? Значит, я куда-то переложила. Не, ну этого не может быть. А я говорила. Я предупреждала. Все, одевайся, пошли. Куда? Как куда? В полицию? Да, мам, а что здесь происходит? Валя не звонил? Нет, не звонил. Так, а чего ты стоишь? Быстро в душ, одевайся, в школу. Так, все, хватит сидеть. Пойдем заявление подавать. Я никуда не пойду, никакое заявление подавать не буду. Почему? Потому. А вот как? Ну, знаешь. Знаешь что? Ладно. Ну, я этого так не оставлю. Шурик! Может, домой пойдем? Можем в комнату? Давай. Так, стоять! Здрасте! Здрасте. Ты, Михей, можешь идти домой, а нам с Шуриком кое-куда сходить надо. Ладно, давай. До свидания! Пока. Ба, ты что здесь делаешь? Мы что, куда-то пойдем? Да. Заявление в полицию пойдем подавать. А то с твоей матерью каши не сваришь, так и будет сидеть и ждать у моря погоды. Слушай, ну может, хотя бы пару дней подождем, а? Зачем? Ну да, ты права. Пойдем. Пойдем. Вот вам бумага на стенде форма. Пишите заявление. Простите, ошиблась? Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. Мы хотим подать заявление о пропаже. Ага. Начальник, я так и не понял, какая форма? Ну, вот же образец на стенде, пишите. Слушаю вас. Что пропало? Человек. Ну, со вчерашнего, можно позавчерашнего дня. Ага. Шурик, перестань шутить. Человек пропал с деньгами. Как, я не понял, что пропало? Человек или деньги? Деньги. Моя дочь, это его мать, обокрали, и причем на очень крупную сумму. Парень, перестань меня, Шурик, делать. Подожди, пожалуйста, иди сюда. Что случилось? Начальник, я не разобрал там ничего. Может, все-таки врача? Ну, главное... Меня дежурный спрашивает, вы заявление подавать будете? А я сказать ничего не могу. Стою, глазами хлопаю. А! Ну зачем? Ну вот объясни мне, зачем ты туда пошла? А! Как зачем? Ведь деньги пропали. Ну кто ж знал, что он на такое способен, а? Бабуль, тебе плохо? А как ты думаешь, должна чувствовать себя бабушка, когда внук вор? Бабуль, мам, я это все не специально, простите. Я тебя прошу, сейчас вот лучше помолчи, ладно? Мам, ну бабуль, ну простите меня, пожалуйста, я в жизни Шурик, больше никогда так не буду. Уйди, 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 уйди с глаз моих. Ира, мне сейчас опять плохо станет. Ох. Бабушка, мам. Я бы вам все вернул. Ну, подумал, что пока что вам деньги не нужны, но значит, можно взять. Ну, простите. Я сейчас. Вот, смотрите. Берем мы все это по оптовой цене, а продаем, естественно, в розницу. Вот это русская ракета. Она на 150 зарядов, самая мощная. А вот эти... Подешевле, но их берут хорошо.
Ну, они, получается, самые дешевые. Ну, просто в лед расходятся. А вот это... Так, все. Все, с меня хватит. Бабуль, ну я же это все не только ради себя. Я бы вам все деньги отдал. Там прибыли 300%. Боже мой, мальчик-процентщик. Что, все деньги ты вот на это потратил? Нет, нет, ты что? Мы только образцы пока купили. А деньги пока у Михея. Сегодня должна состояться сделка. Там целая фура. Ты хоть понимаешь, что ты наделал? Понимаю. Ир, ты куда? А я к дяде Роме в больницу. Мне надо с ним поговорить. Я с тобой. А ты сиди дома! Разрешу выйти, тогда пойдешь. Подожди. Алло, Михей. Слушай, ну сделка сегодня отменяется. Меня вообще дома заперли, а? Все, давай. Пока. Девчонки. А вы чё? Ты как, дядя Ром? Да нормально. А что? Привет, старый. Привет. А вы чё в такой ране вдвоём-то? Что, не рад нас видеть? Рад. Ром, у нас к тебе серьезный разговор. Даже не знаю. Даже не знаю, как и сказать-то. Говори, как есть. Ром, ты чего? Ну, сколько мне осталось жить? В смысле? Ну, что в смысле? Маленькая, что ли, в смысле? Сколько жить осталось? Да ты, господи, Рома! Господи! Что? Пришли вдвоем в такую рань, рожи постным обеих, разговор серьезный. Че, маленький, не понимаю, что ли? Да ладно тебе, окстись. Ты с ума сошел, что ли? Тебя к выписке готовят. Все у тебя хорошо. Да? Вот тебе крест. Валентин пропал. Да ты че? Так, а на работе? Вы ему звонили? Не глупи тебя, звонили, конечно. Телефон выключен. И дома у тебя нет его. Я заходила. В таксопарк я звонила, на смену не выходил. Угу. В полицию надо. Слушай, ну он сказал, что у него что-то случилось и собирался уезжать. Может, в деревню? Может. Позвони, пожалуйста, своим, а узнай. Может, заболел, мало ли что. Ну да, что ж, можно позвонить, конечно, раз пропал-то. Сейчас мы его найдем. Пропал он у нас. Алло, Михалыч, это Рома, да. Узнал? Черт, старый. Ну, слушай, отлично у меня все, я в больнице. Нет, в смысле, в больнице. Ну, короче, долго рассказываю. Слушай, я что звоню там. Ты помнишь бывшего мужа моей племянницы, Валентина? Помнишь? Слушай, ты его случайно там в деревне не видел? Он не вернулся? Да? Ну, а то мы его тут потеряли. Да. Да ты че? О! Ну, я тебе, в общем, это, перезвоню потом, да, Семёнычу там привет передавай, да, да, пока. Ну что, он там? Там, там. А что, не возвращается, не звонит? Что случилось-то? Да ничего не случилось. Ирина, ты только не волнуйся, ладно? Только ты не волнуйся. Вот Михалыч сказал, что он вроде как туда, это, с концами приехал. С какими концами?
Ну, это, вроде как, в семью вернулся. Женщина, вам плохо? Нет, нет, все хорошо. Приходит ложиться. Плачет. Не знаю. Говорит, что читает. Господи. Вот свалился на нашу голову, а? Убью его. Что? Бью, говорю, его. Правильно, молодец. Давай, матери не хватало тебе еще в колонию ездить. Всем привет. Давай, мои руки и садись. Не-не, я на минуточку. Только чтобы переодеться. Так куда ты голодная-то? Слушайте, а может быть, нам махнуть куда-нибудь на недельку? В Москву или в Крым, а? А школа? А да бог с ней, с этой школой. Ну, прогуляет неделю, ничего страшного. Ну что, Москва, Крым, а? Ну, можно. Шур? Мне все равно. Ну, вот и славно. Пам-пам-пам. Подожди, а ты с кем идешь-то? С Николаем. А! Ну и молодец! Ну и правильно! Господи, выглядишь потрясающе! Все равно найду и убью его. Замочу. А вот теперь представь себе. Наш Ильич доползает до ресепшн и напрочь забывает, какой у него номер. При этом он в таком состоянии так нализался, что даже не может имя свое произнести. А он, кстати, всегда хвастается, что он-то свою норму знает. Ну, знаешь. И на Илюх тоже бывает пророка. А теперь угадай, что он смог выдавить из себя на ресепшн пятизвездочного отеля на другом континенте? Я знаю. Меня не устраивает, как вы работаете. Точно. Ирка. Как я рад, что ты снова рядом. Мне так тебя не хватало. Цени момент. Ценю. Ценю. Ир, слушай, а вот этот вот наглый, куда он делся? А, не важно. Ну и отлично. Я знал, что ты сама со всем разберешься. Ты просто умничка. Ты всегда все правильно понимаешь. Ну, не всегда и не все. Ты представляешь, он тоже оказался женат. Да ладно. Я не понимаю, что со мной не так. Может, уже пора все это бросить к чертовой матери и уехать куда-нибудь подальше, чтобы полностью поменять жизнь? Эй, зачем уезжать? Я живу вот он, здесь рядом. В этом-то весь ужас. В каком смысле? Ты не должен быть рядом. Ира. Вот, пожалуйста, наш фирменный десерт для самой прекрасной пары ресторана. Спасибо. Ира. Коль, иди домой, к жене. Видимо, она действительно тебя очень любит, если каждый раз прощает.
знакомая. Бедненькая моя, ты поплачь. Поплачь, тебе легче будет. Я не понимаю. Я не понимаю, за что он со мной так. Да потому что он подонок. Мизинца твоего не стоит. Нет, мама хорошая. Он... Только я не понимаю, ну, если... Ну, ты решился вернуться в семью. Ну, приди ко мне, поговори, я же все пойму. Объясни по-человечески. Он просто взял и исчез, мам. Ну, он подонок. Он с самого начала все врал. Нет. Было чувство, мам. Да у него этого чувства в каждом городе по 3 штуки. Да он другой, мам. Знаешь, вот не хотела тебе говорить. Ну, вот чтоб ты знала. Он только Рому в больницу отвез и сразу же в дом какую-то бабу привел. Какую бабу? Какую? Какую-то малолетку. Какую-то соседку. Она от них не вылезала. Все, хватит, чтобы так убиваться. А мужики, а? Да что ж это такое? Не стоит он этого. Я не понимаю. Мам, подожди, я не понимаю. Что тут непонятного-то, а? Он другой. У меня такое ощущение иногда, что мы с тобой о двух разных людях разговариваем. Какой другой? Вообще не о чем разговаривать. Все, забыли, нету его. И не было. Так ты только сразу не кричи. Я к нему в деревню поеду. Зачем? А я его увидеть хочу. Зачем? Я хочу посмотреть ему в глаза и спросить, почему так. Потому что подонок, вот поэтому. Вот я хочу это понять. И тогда мне станет легче. Ну и правильно. Правильно, а чего рубить хвост-то? По частям. Лучше одним махом. Все, молодец. Только одно я тебя не отпущу, вместе поедем. А я сейчас Рубину позвоню, адрес узнаю. Рома! Привет! Ну, как здоровье? Ага. Все, ладно. Хватит о давлении. Говори адрес деревни своей. Да, куда ехать? Ну вот хотим с Иришкой туда-сюда метнуться, кое-кому плюнуть. Перестань. Все будет в порядке, ты же меня знаешь. Рома, говори адрес. Да, только не вздумай предупредить, что мы едем. Ну, все, Шурка. Все, иди домой. Не расстраивайся, с Михеем будешь бегать. Мам, да не в этом дело. Ира, ау. Идем быстрее, а то места приличные, займусь. Все. Шурик, домой. Пока. Ну, наверное, ушел уже домой, все. Ой, я так перед ним виновата. В чем это, интересно? Да привык он к Вале, другому сам считает. Ой, слушай, если ты будешь себя за все винить, значит, так и будешь виновата ходить. Он еще переживает. Да уж. Убью, говорит, за мать. Что? Господи. А как ты думал? За мать. Молодец. Ну, что ты такое говоришь, что молодец? Ну, это фигурально выражайся. Переживай, дочь. Господи, может, хоть успокоиться, своим купи-продаем. Слушай, он там квартиру не спалит, пока мы в разъездах? С вами фейерверк. Надеюсь, что нет. Да мы к вечеру вернемся. Во сколько у нас отправление-то, я не пойму. Ну, уж 5 минут как должны ехать, а? Ой, 3 часа трястись. Ну, ладно. Ну, хоть легенду придумай. Какую легенду? Ну как? Кто мы? Зачем к женатому мужику из города приехали? Какой же это все ужас. Ничего.